Все три отдела, отчеты которых выносились на оперативные совещания, входят в состав Единого управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основная задача отдела по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры, поддержание жилого фонда в рабочем состоянии. За отчетный период в поселении прошла замена 91 лифта и ремонт кровли в 13 многоквартирных домах. Также ремонтировались фасады и внутридомовые инженерные коммуникации. Однако главное сегодня – подготовка города к зиме. И она идет в соответствии с графиком. Отдел по благоустройству и озеленению территории отвечает за внешний облик поселения. Завоз плодородного грунта, высадка цветов, кустарников и деревьев, реализация комплексной программы по реконструкции внутридворовых территорий – это лишь небольшая часть работ, за которые отвечают сотрудники подразделения. Впрочем, опрятный вид города зависит не только от этого. В 2017 году в рамках контракта вывезено 11 594 кубических метра твердых бытовых отходов и 1664 кубических метра крупногабаритного мусора на общую сумму 6 326 000. В первом полугодии 2018 года заключены договора на вывоз несанкционированных свалок с территории городского поселения Одинцово на сумму 200 000 рублей, вывезено 160 кубов. Сейчас отдел участвует в важной работе по заключению договоров на вывоз мусора с садовыми товариществами и индивидуальными домовладениями. Отдельный разговор – спил сухостоя во дворах. Сухостоя много стоит. Далеко не надо ходить. Вот приезжала Витушева Татьяна Семеновна, зашли во двор, стоит дерево сухое. Не по всем же деревьям и добродел пишут. Все-таки посмотрите повнимательнее. Может, нам больше заключить контракты, выпилить их побольше? Хорошо, мы отработаем. Подумайте. Отдел по работе с управляющими компаниями многоквартирных домов контролирует в первую очередь законность выбора УК, а во вторую – взаимоотношения этих компаний с жильцами. Помимо работы по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний, функция отдела входит в следующие задачи. Разработка предложений по установлению размера платы граждан за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых на общем собрании не принят вышеуказанный тариф. Проводит согласование баланса для ресурсоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению. Принимает участие в общих собраниях собственников по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом и утверждению платы за содержание жилого помещения. В заключении совещания глава поселения Александр Гусев напомнил сотрудникам администрации о том, что подготовка к проведению губернаторских выборов 9 сентября во многом лежит на плечах местной власти. Это прежде всего формирование комиссий наших, а комиссий у нас очень большое количество, это 100 комиссий на город Одинцово. Каждый раз, как бы мы ни проводили выборы, люди мало информированы по проведению выборов, где они голосуют, в каком избирательном участке. Выборы губернатора – важнейшее событие в жизни области. И воспользоваться своим правом голоса должен каждый ответственный избиратель. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».